А в обрабатывающих отраслях требуется быстрая смена технологий, чтобы реализовывать свою продукцию, надо быстро реагировать на изменение спроса, ну, то есть, так скажем, то, что мы уже рассматривали на примере моды. То есть, чтобы сбыть продукт, надо все время что-то предлагать новое. Поэтому менталитет, самобытность людей, задействованных в обрабатывающей отрасли, он более динамичен.